Братья мои, я обращаюсь к вам в скорбный час. Многим из вас известно, что в главном храме мы создавали новое оружие, способное положить конец войне. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. Они погибли вместе с нашим великим наставником Кейном. Они погибли, когда была разрушена наша святыня. Но это ты мы готовишь. Еще не знаем, что произошло. Но должно быть, залп ионной пушки привел к взрыву Тиберия под храмом. Разрушения в желтой зоне чудовищны. Погибли миллионы людей. Никто не сможет заменить Кейн. Но я клянусь своей жизнью, что исполню свой долг и помогу братству пережить эти страшные времена. И что, не веришь Кейна? Я говорю вам, не время предаваться скорби. Мы не покинем эту планету. Пусть наше горе обратится в святую ярость, и мы отвоюем континент за континентом. Пусть свет кристалла озарит нас. Пусть верные наследуют эту землю. И да покроет позор имена предателей. За мной, дети мои. И вместе мы победим врагов. Не могу в это поверить. Не могу и все. И мне плевать на то, что говорит Киллиан. Кейн жив. Согласен. Он уже два раза так выживал. Слишком чтобы погибнуть. И он бы никогда не покинул нас. Не верю. Ты слышал, что задумала эта баба? Стащить у ГСБ из-под носа ядерные ракеты, мол, это уравняет силы. А еще говорит, что Кейн агрессивный лидер. Что за глупость? Вот полюбуйся. Киллиан издала свой первый указ. Требует перебросить все наши войска в Австралию. Вот и наш последний рубеж. Похоже, выбора у нас нет. Приказ как-никак. Весело тут становится, скажу я тебе. Дела такие. У нас только один шанс взять товар. Сейчас транспортная колонна ГСБ движется от хранилища в пустыню. Похоже, они перевозят ядерное оружие на базу в Сиднее. Сначала разберись с эскортом, потом захвати боеголовки. Ошибиться трудно. Транспорт с оружием куда больше машин эскорта. Точно. Так, у меня тут стандартный призыв. Будем быть на транспортниках ядерные боеголовки. Есть вот эта хрень. Новая задача. Думаю, вот эти челы мне вообще не нужны. Понял. Ваши распоряжения. Минобыстрые техники. Они не такие уж и быстрые. Я здесь. У них есть сканеры. Май. Не отворачивайся. Сейчас пробил. Подают. Так, он допроса. На охоту. Ждем здесь. Хорошее. Ближе к делу. Что видишь? Маскировка включена. Что, пойти вот эту фигню сломать? Маскет на связи. На крыло. Глянем. О май говно. Никто не уйдет. На. Умри в муках. Живем? Живем. Имеджи! Объект потерян. Сейчас пробил. Призраки гораздо веселее стреляют, конечно. Но сделать их больше нельзя. Задание выполнено. Ждем здесь. Я езжу тихо. Устроим засаду. Данные у нас. У них есть сканеры. Рядимся. Караван атакуют. Отступаем. На. Не теряй их. Давайте быстрее. Нет, мужик. Ну, давайте быстрее. Легко. Ждем здесь. Слушайте, говорит транспортник Z1. У нас нет оружия, нам нечем обороняться, мы сдаем. Чё-то они как-то больно бьют на самом. Единственная просьба, не причиняйте вреда гражданским лицам. Что видишь? Что я бесправно. Маскировка включена. Поступил сообщение. Ядерные боеголовки. Подожди, а у меня куда эти? Все умрут.
Да у меня делись техники, они сдохли, походу, да. Мы, походу, взяли да сдохли. Сдохни! Не упустим! Пора на ремонт! Пора на ремонт. Немедли. О, мутанты. Эти торговые автоматы есть. Мутанты. Мутанты. Куда едешь? Тормозни. Захвачен транспорт с ядерными боеголовками. Я могу их давить? Не могу. А, не могу. О, что происходит? Брат, так. Это что-то невероятное. ГСБ применили ионные пушки южного полушария. Я думал, они хотят выбить нас из Австралии, но пушки бьют по какому-то объекту в космосе, смотри. Что за чертовщина? Великий Кейн, здесь приземлилась одна из этих штуковин. Ладно, так. Времени их разглядывать у нас нет. Идем, нужно разобраться с ними. Живо, живо! Хорошо. Допустим. Прячьтесь. Эти штуки опасны. Вам идет крупная группировка неизвестного противника. Так, я думаю, я кобрами буду дефаться. Мы готовы. Маскировка включена. Ё-моё. Вот тут, вот это вот, что за хрень? Как это не убивать? Пришельцы прямо над тобой, чего ты ждешь? Хватай боеголовки и задай им перцу. Да вот с этой. Твою мать, она же еще прямо на меня едет, да? Пошел нахрен. Нашли с кем воевать, у вас есть противник. Стали от меня, гады. Хабзда. Хабзда всем моим призракам. Еще и кабзда моему этому. Какого черта? Это что такое? Вам что надо? Ты нахрен? Там мы не стреляем. Где еще? Да? Уйди оттуда. Давай, встаешь сюда и дефкаешься. Так. Живем 2 минуты. Кобра, отстреливай, говно. А денег нет. Кобра еще, кстати, не очень точная. Разберемся. Легко! Хорошее место. Теперь же объект потерян. Бой! Нас не заметят. Сдохни! Просто исчез. Бой! Ну вот гарпия неплохо так уничтожает. Хоть пехоты мало, да мало чего есть. На базу готовишь засаду. Объект атакует. Есть сканеры. Ракетки у них такие красивые. Кстати, именно невидимок можно делать. Невидимка. Призраки. Мне говорят под землей. Может, они должны были перемещаться под землей? Ома, этот гуманитарный штурмовик, не знаю зачем, но он должен сдохнуть. Под землей. Большой. Ждем здесь. Объект атакует. Интересно, кстати, что тут еще и опустошители летят. Но планетарные штурмовики были обычные. В принципе, эта миссия на обороне какая-то легкая. О, Найтвинды. На базу давай. Ну все, они прилетели. Они прилетели. Подожди. Они прилетели, но мы подошли, в принципе. Что нам? Обнаружим, Катя.
Задание выполнено. Ура, дождались. Дождались, пока они подумают, стоит их спасать или нет. Транспортник 17. Обретение ядерного потенциала. Хорошо. Непонятно, почему у нас нет своего оружия, а не какой-то ядерки. Какого-нибудь красивого. Гарпию сбили нахрен.